Пан Андрій, без футбольного клубу Запорожжя Дерікана, Яков Титов, Яков, пожалуйста, ваш краткий коментарий матчу. Ну, мы боролись большую часть игры. Мы, конечно, были неудачные отрезки, положительные. Ну, мне кажется, проиграли больше всего в Выборге. Там очень много пропустили открытых трехочковых. Спасибо. Ну, начну с того, что поздравляю Днепр с заслуженной победой. На данный момент это, на мой взгляд, самая сильная команда. Понятно, что каждая команда еще попытается усилиться и наработать какие-то нюансы против этого коллектива, но мне кажется, каждому будет тяжело, здесь особенно. Шикарная подготовка, шикарная поддержка с приходом, с возвращением Глебова и Тимофеенко. Это совсем другой коллектив. Коллектив умный, опытный, и который не допускает ошибок. К сожалению, эта игра показала, что ряд наших игроков, ну, по-честному, откровенно говоря, не соответствует этой лиге. Мы это знали. Но других вариантов у нас нет. К сожалению, мы никак не можем из ступора вывести наших легионеров. Я считаю, что они играют на данный момент хуже, чем умеют. Хуже своего уровня, ниже своего уровня. Обидно вылетать из кубка, обидно получить такой жребий в четвертьфинале. Днепру желаю успехов, желаю им продолжить свою победную серию. Но что касается нас, будем анализировать и готовиться к играм чемпионата. Вы говорите, что каждая команда пытается усилиться, а у вас еще определятся какие-то? Нет, к сожалению, это не про нашу команду. У нас все, кто есть, те и есть. Спасибо. Спасибо, до свидания.